Я все еще не понял, кто я. Просто живу, как живется. День за днем. Ты должен помогать людям. Думаешь, я об этом просил? Меня засунули в аквариум, будто экзотическую рыбку. Там я получил способности. Я хочу, чтобы меня оставили в покое. Ну тогда все было зря. Гарлем. Извечный символ надежды и процветания. Слишком многое происходит в тени. Люди боятся того, чего не видят. На кону наша репутация, наше наследие, наша кровь. Мы никому не даем спуску. Каждый хочет быть королем. А если ты хочешь правосудия, придется вершить его самому. Давай, сюда, деньги! Мне не нравится твой тон. Доверьтесь мне, мэм. Вы под защитой. У города. Появился новый защитник. Хочешь развязать войну? Будет тебе война. Может, ты поле непробиваемый? А вот Гарлем нет. Этот город должен быть воплощением наших надежд и мечтаний. Ты должен сражаться за то, во что веришь, изо дня в день. Может, скажете уже, как вас зовут? Люк Кейдж. Весь район обсуждает, как вчера кто-то отметелил двоих бандюганов. Я слышал, что четверых.